аквариумный компрессор фирмы Tetra, модель APS-100. Всем привет! Сегодня мы рассмотрим аквариумный компрессор, модель APS-100. Компрессор предназначен для аквариумов объемом 50-100 литров, но мы устанавливаем и на большие объемы. Очень низкий уровень шума. Резиновые ножки снижают уровень вибрации компрессора в работе. В комплекте идет воздушный кран, которым можно отрегулировать мощность. Достаточно длинный шнур длиной 1,5 метра. Производительность данной модели 100 литров в час. Потребляемая мощность 2,5 ватта. Производство данной модели Германия. Из недостатков только один, не самая низкая цена. Подытожим данную модель. Надежный, тихий, гарантия 2 года. Спасибо за внимание. Данную модель компрессора вы можете приобрести по ссылочке ниже на нашем сайте. До свидания.